Всем привет! Мы приехали в деревню с Ханночкой. Сейчас она лежит в колясочке. Мы взяли с собой люльку, потому что в прогулочном блоке мне не очень удобно с ней гулять. Вот. Ну и, в принципе, она сюда хорошо помещается. Я сейчас ходила, собирала клубнику. Вот. Ее не так уж много. Я ее всю помыла. Сейчас буду кушать ее. И у Ханочки здесь тоже есть слюнявчики и бутылочка с молоком. Вот такая у нее смесь готовая. Сейчас Ханочка покушает. У меня рукав мокрый, если что. У нас уже вечер, потому что мы поехали где-то в часа 4, наверное. А, нет, даже в 5. И решили немного прогуляться. Я сделала ей 2 хвостика. Ну что ж, Ханочка покушала. Сейчас мы пойдем прогуляемся немного. Я, кстати, Ханочке подняла немного спинку, чтобы ей было удобней. Она у нас может сидеть. Сегодня мы погуляем не так долго. Завтра у нас будет достаточно жаркая погода. И я хочу сделать фотосессию с Ханной. И мы завтра еще повесим качели. Будет поинтереснее. Сегодня уже такой вечер. Всем привет! У нас сегодня уже второй день прогулки в деревне. У нас сегодня очень тепло. Но я этого не знала и одела Ханночку достаточно тепло. Поэтому мы взяли с собой лосины. И я переодену Ханну в лосины. Вот они там, знаете, лежат. А кофточка пусть остается. Вот. Возможно. Ну нет, кофточка пусть остается. Я взяла заготовку для смеси и также попить Ханночке взяла. Ханночка спит. У нас безумно жарко. Я даже не знаю, буду ли я сейчас вязать или не буду. Или все-таки стоит пойти на речку, что ли. Но очень у нас жарко. Я полностью ее раздела. Оставила лосинки и только маечку. Так что не знаю, что сейчас будем делать. Наверное, поставлю колясочку в тенек, чтобы не было Ханочке жарко, так как я ее укрыла, а у нас пеленки с собой нет. Мы решили прогуляться. Ханочка еще спит. Я все-таки решила, что вязать буду уже вечером. Сейчас хочу просто погулять на солнышке. Ханочка у нас проснулась, сейчас попьет водичку, и мы пойдем фотографироваться в платьице. Переодеваться еще нужно идти. В общем, я раздела Ханочку, сейчас мы пойдем переодеваться.